Ну и в завершение перенесемся на Запад. Бойцы единственной в Казахстане бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Мангистауской области, проходят сегодня тактические учения. Морпехи отрабатывают навыки наведения тяжелой артиллерии и поражения целей на различных дистанциях. Боевые задачи выполняют с помощью крупнокалиберных гаубиц, минометов и реактивных систем. Внимание! Огневой налет! Цель 101-я! Скопление техники противника! Уничтожить боевую колонну противника, направляющуюся к линии обороны. Это одна из задач тактических учений. Артиллеристы свои огневые позиции заняли быстро. К бою готовы. Осталось дождаться приказа руководства. Вражеская бронетехника разбита. В бой вступили минометчики. 122-миллиметровые снаряды с точностью поражают цели на различных расстояниях. Атаки морпехов противник не выдержал и вынужден был отступить. На полигоне Уймаша проводится контрольное занятие по управлению огнем с артиллерийскими подразделениями 390-й бригады морской пехоты. Цель этого контрольного занятия по управлению огнем с боевой стрельбой заключается в слаженной работе. Добиться управления подразделениями артиллерийских и нанесение огневого поражения противнику. Контрольная проверка военнослужащих пройдена. Теперь морпехи приступают к переводу вооружения, военной и специальной техники на летний период эксплуатации. Кристина Алмасқызы, Талгат Исламұлы, Ринат Дусалиев, Мангистауская область, Хабар 24.